Студенты московских вузов из Приднестровья тоже будут голосовать на выборах в Госдуму России. Прийти на участки они призывают и всех своих земляков. Многие не ходят на выборы. Кто-то не верит в них, кто-то находит постоянные отговорки, чтобы не голосовать. Были времена, когда я тоже не ходила на выборы. Считала, что лично для меня это не важно. Но это неправильно. Мы должны голосовать, чтобы нас услышали. Мы должны участвовать в жизни страны и ее управлении. Когда я жила в Тирасполе, мы всегда с радостью всей семьей ходили на выборы. И сейчас, находясь в Москве, я обязательно 19 сентября приму участие в голосовании. Студенты МГИМО и Высшей школы экономики понимают, что более тесное сотрудничество маленькой республики с сильной Россией поможет и дальше развиваться нашей стране. Участие в выборах – это показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельности, готовность к ответственности за формирование власти и за наше с вами будущее. Это возможность выразить свою гражданскую позицию. Сделайте свой выбор, не оставайтесь в стороне. Проголосуйте за наше с вами будущее вместе с Россией. Проявите свою гражданскую позицию. Проголосуйте за наше с вами будущее, за крепкую дружбу с великой Россией. В этот день как никогда важно продемонстрировать наше единство с великой Россией. Ведь помощь, которую оказывает Российская Федерация ежегодно Приднестровью, так неоценима. Бывшие приднестровские школьники бесплатно учатся в московских вузах благодаря квотам, которые Россия выделяет для Приднестровья. Многие в Москве пойдут на выборы впервые.